Добрый день, уважаемые коллеги. Я с удовольствием прослушала сегодня все доклады, которые были передо мной. С удовольствием, потому что отметила, как часто выступающие противоречили друг другу. Когда один говорил, что цифровизация – это нечто, что несет благо, другой говорил, что цифровизация – это то, что может быть опасно. Почему же я с удовольствием отнеслась к этой ситуации? Потому что только такая ситуация является развивающей. Потому что на самом деле это реальность нашей жизни. Мы живем в окружении огромного количества точек зрения. И факт состоит не в том, что правды нет. Правда-то как раз есть. Факт состоит в том, что нам нужно критическое мышление для того, чтобы взвесить аргументы, понять, с кем ты согласен в большей степени, с кем в меньшей степени. Поэтому, кстати говоря, если кто-то в вашем окружении будет говорить, что одни говорят одно, другие говорят другое, и не разберешься, вы знаете про этого человека, что с дошкольным образованием в его детстве было плохо, критическому мышлению его не научили. Я выступаю уже каким-то очень большим по счету, поэтому, конечно, неизбежно я буду вступать в диалог с теми, кто говорил до меня, с кем-то буду соглашаться, и я буду говорить о результатах исследований, и очень важно, что результаты разных исследований, потому что сегодня Любовь Духанина говорила о результатах исследований ОНФ, а я буду говорить о результатах другого исследования. Во многом исследовать данные, полученные, совпадают, это очень важно и ценно. В чем-то я буду противоречить людям, которые говорили до меня, возражать им, и ваша задача — самоопределяться. Приглашаю вас к соучастию. Сегодня уже целый ряд ораторов предлагали, прежде чем обращаться к дошкольному образованию, изменить оптику и изменить масштаб и посмотреть через другую оптику на то, что происходит в детских садах. И на самом деле мы наши собственные задачи можем понять только в том случае, если мы сделаем шаг как бы наверх и увидим ситуацию с большего масштаба, с большего расстояния. Мы должны понять, что происходит вообще в мире, потому что когда мы погружены в наши ежедневные проблемы, а их полно, ну, например, вот этот конфликт между требованиями родителей и детским садом, он на самом деле реальность нашей повседневности, и он занимает столько сил, отнимает столько эмоций, что иногда очень трудно понять, откуда, собственно говоря, это берется. Очень важно понимать более широкий контекст. Мы тогда как бы приобретаем некоторое спокойствие и уверенность. Мы понимаем, что происходит. Так вот, в более широком контексте происходит два очень важных сдвига. Первое — это признание ценности человеческой личности. Что это означает вот в таком предметном прикладном смысле? Это означает, что в течение 20 века особенно это было видно. Отвоевывало все больше и большее количество категорий людей отвоевывали себе право на уважение. Ребенок имеет право на уважение. Из нашего словаря исчезло слово «дефективный ребенок», а, между прочим, Выгодский работал в лаборатории дефективного ребенка. И в этом смысле мы сейчас говорим об особых потребностях. Представляете, какие изменения в нашем сознании происходят? Мы начинаем понимать, что каждый человек достоин уважения. Например, вот буквально 1 сентября разворачивается новый проект «Травли нет», может быть, вы о нем слышали. Это все тоже против травли, которые иногда сверстники оказывают детям, одноклассникам в школе. Все это знаки того, что личность становится необычайно ценной. И, кстати говоря, как ни странно, вот эти иногда неуместные, иногда слишком неоправданно агрессивные нападки родителей на детский сад — это тоже знак того, что дети стали ценностью. Родители готовы защищать детей. Не всегда компетентно, не всегда от тех, кого нужно защищать. Но это важный знак позитивных сдвигов. Второе – это ценность самореализации и счастья. Вот люди моего возраста наверняка помнят фразу из «Голубой чашки» Аркадия Гайдара, что счастье каждый понимал по-своему. Но на самом деле сейчас ситуация уже иная. Счастье действительно становится операциональным понятием, концептом. В 2011 году была принята резолюция ООН о счастье, как ни странно это может звучать. В чем была идея? Что наряду с валовым продуктом страны счастье — это один из параметров, по которому надо оценивать то, как развивается страна. Счастье ее жителей. То есть вот эта удовлетворенность своей жизнью. Но тут есть один очень важный момент. Вот последняя фраза этого слайда была «ребенок как ресурс для взрослых», я к этой фразе вернусь.
Дело в том, что понятие счастья было радикально уточнено в 20 веке. Оно было уточнено философами еще раньше, но, пожалуй, лучше всех и самая известная формулировка принадлежит Абрахаму Маслоу о том, что на самом деле счастье человека в его самореализации, то есть воплощении его творческих сил, в том, что он полагает себя в жизни, он делает то, что он предназначен сделать. И в этом смысле это совершенно другое представление о том вообще, что, ради чего живет человек. И вот теперь смотрите, когда мы говорим, что наше образование нужно менять, чаще всего мы апеллируем к некоторым внешним факторам, например, к быстро меняющемуся миру. Но вот ситуация меняется, дети, чтобы соответствовать ей, тоже должны уметь там быстро меняться, быстро осваивать знания. Но на самом деле открытие в области психологии, философии личности, они предлагают нам другую аргументацию. Эта другая аргументация состоит в том, что образование нужно менять, потому что мы должны сделать все, чтобы ребенок мог в результате этого образования реализовать себя, то есть быть счастливым. И сама вот эта идея Маслоу, счастье только в творчестве, только в реализации себя, она отнюдь не является банальностью. Я до сих пор на семинарах слышу о том, что творчество – это удел 5%. Так считает большое количество педагогов. И на самом деле данные исследования подтверждают, что нет. На самом деле то, что мы считаем данными статистики, это результаты тех образовательных моделей, которые складывались в течение 20 века. На самом деле развитие способности реализовать себя и быть творческим, это доказано, они доступны практически каждому человеку. И вот смотрите, в этой ситуации, когда приоритетом становится человеческая реализация, я бы сказала так, к началу 21 века мы дожили до того, что мы можем позволить себе сделать это приоритетом, человеческую самореализацию. Когда, вот, ну, грубо говоря, в основном у нас люди не голодают, да, у них удовлетворены базовые потребности. Самореализация как некоторый приоритет. Вот в этой ситуации дети становятся очень интересными взрослому. Ну, то, что взрослые интересны детям, это понятно. Но то, что дети стали интересны взрослому, это новый относительный феномен. Вернее, как? Самые яркие передовые личности в педагогике, ну, Мария Монтессори, Януш Корчик, это как раз те люди, которые обнаружили, что дети интересны взрослым. Что же мы обнаруживаем у детей? А у детей мы обнаруживаем такие удивительные вещи. Вот посмотрите, спонтанность, игра, открытость новому, воображение. Это на самом деле то, что у детей есть, а взрослым очень часто приходится восстанавливать путем тренингов, психотерапии и других вспомогательных средств. Почему? Потому что оно было каким-то образом нивелировано в ходе того же самого образования и социального давления. В этом смысле, оказывается, понятно, у Льва Семеновича Выгодского есть такая очень красивая формула. Он говорит, что в детском возрасте, там, в примитивном возрасте и в детском возрасте некоторые вещи выглядят так же, как во взрослом, хотя имеют психологически другую структуру. Вот если несколько переиначить эту фразу, то получится вот что. Увлеченный ученый и увлеченный художник, они сохраняют в себе именно вот эту детскость, способность быть как полуторагодовалый ребенок, полностью увлеченным своим делом. В этом смысле те качества, которые есть у ребенка, они приобретают ценность для взрослого. И в этом смысле, когда мы сейчас часто обсуждаем, что произошло с детьми, там изменились ли дети, на мой взгляд, гораздо более радикальные изменения происходят со взрослыми. Взрослые изменились, они обнаружили ценность детства. И то, что раньше казалось или само собой разумеющимся, или неценным, оказалось очень важным. Два слова в реабилитацию в госдошкольном образовании. Сегодня звучало с этой трибуны, что на самом деле в стандарте нет того, этого и... Я рада, что этот слайд был сделан до начала сегодняшнего форума, поэтому у меня есть сегодняшние аргументы. На самом деле в ГОС до конца не прочитан. Все, что вы видите на этом слайде, на самом деле звучит очень радикально. И реализовать это очень трудно. Что означает в целом эти требования? Они означают, что ребенок должен быть активным участником, он должен влиять. Есть даже такой новый термин – принцип участия.
ребенок должен влиять на то, что происходит в детском саду. Ну вот давайте посмотрим, насколько это вообще происходит. Значит, тут что надо сказать? Оптимистическая фраза. Наши лучшие детские сады, пусть она повисит немножко, наши лучшие детские сады одни из лучших в мире. Это означает, что кое-где будущее уже наступило. Перечислю несколько таких детских садов. Это капли в море, буквально, понятно, но важно их назвать. Город Зеленогорск в Красноярском крае. Открытое пространство и время выбора. Есть специальное пространство, где дети могут выбирать себе дело. Оно специально насыщено большим количеством разных вариативных вещей. И есть каждый день специальное время, когда дети могут самоопределяться. Специально в течение дня выделена возможность для детей совершать выбор и определяться с тем, что они будут делать, и рефлексировать потом в кругу, что у них получается. Ну вот те, кто в теме, опознали ребенка, который работает с доской выбора. Город Воронеж. Полноценное образование на прогулке возможно, и через несколько слайдов будет доказано, что на самом деле это не является повсеместной практикой. Дети проводят на прогулке до 2, иногда до 3 часов, и очень часто таких возможностей нет. В Воронеже такая возможность создана. Практически все, чем дети могли бы заняться в помещении, они могут использовать и на площадке. Детский сад «Журавушка» довольно знаменитый в узких кругах, где заведующая Татьяна Юстус. Условия для игры и экспериментирования. На самом деле проблема в том, что наши детские сады очень часто словесные, вербальные. Мы показываем детям, мы говорим с ними, но мы не даем им трогать, а у них наглядно-действенное мышление, у них наглядно-образное мышление. Им нужно действовать. Это сад, где созданы уникальные возможности для того, чтобы дети учились в действии. Ну и мой разговор, конечно, был бы неполным, если бы я не сказала о детском садике школы самоопределения имени Тубельского. И в разных концах страны я слышала о том, что люди говорили, что с визита в этот детский сад началась новая эпоха, никого не оставляет равнодушным. Почему? Потому что это не отдельная методика, это не какая-то конкретная там технология работы с детьми. Это другой тип отношения к ребенку. Это отношение к ребенку как к тому, с кем интересно разговаривать, чья жизнь интересна и чье участие или самоопределение такая ценность для педагогов, что ради этого стоит обустраивать жизнь. Я бы сказала так, что детский сад школы Тубельского предлагает новый культурный код в современном дошкольном образовании. Но качество системы не определяется пионерами. Качество системы определяется тем, насколько образование доступно. Насколько смотрите, сама идея образования состоит в том, чтобы, невзирая на социальный статус родителей, дать детям, которые не отвечают за социальный статус родителей, равный старт. Поэтому идея вообще образования состоит в том, чтобы помочь как бы нивелировать то, что не зависит от ребенка, помочь дать ему возможности роста, развития. Что мы видим? Мы видим, что лучшие пока не являются, как говорят ученые, репрезентативными. Они не представляют всю систему. На основании чего имеем право мы это говорить? На основании исследования, которое было проведено. Это большое масштабное исследование, в котором в этом году, в 2017 году участвовало более 1300 садов. В нем использовался инструмент Экерс. Я знаю, что многие присутствующие знают об этом. Сегодня на этой сцене звучала реплика о том, что инструменты зарубежные не соответствуют российским реалиям. Я хочу сказать, что у этого инструмента есть экспертное заключение, которое подписано авторами стандарта. И для того, чтобы заявлять противоположное, нужно противоположное экспертное заключение. Что показывает результаты исследования? А результаты исследования, напомню, что шкала 7-бальная, а результаты исследования показывают, кстати говоря, то же, что показало исследование, которое проводило РИА Новости, социальный навигатор, что в целом качество на уровне удовлетворительно. Оно немножко подросло, вы видите, в течение от одного года к другому, правда, там выборка менялась, но тем не менее качество остается не очень высоким. Что это значит? Значит, ну, эти данные публиковались, будут публиковаться, ищите их, поэтому не буду сейчас останавливаться на том, как выбирались лучшие и случайные, но частота, надежность данных в исследовании, она гарантирована тем, что есть две категории детских садов,
они выбраны экспертами, лучшие и случайные. В обоих случаях качество, я бы сказала так, для страны, у которой есть такой потенциал, у которой есть Выгодский, у которой есть такая традиция из психологии и педагогики, это результаты недостаточно хорошие. Что, собственно говоря, мы видим, какие проблемы? Фронтальные формы работы преобладают. Низкий балл за использование речи для развития мышления. Мало диалогов, в которых детям задается вопрос «почему?». Мало диалогов, в которых детям предлагается давать объяснение. Среда является… Причем со средой у нас интересная ситуация. У нас вообще много всего, но это многое очень часто не в доступе детей. Оно выдается детям на занятия, выдается воспитателям, и дети фактически этой средой свободно не пользуются. У этого есть много разных причин, в частности, и та, о которой сегодня говорила Любовь Духанина, что материалов на самом деле не хватает, и эти ситуации на самом деле они имеют серьезные объективные причины, о них чуть позже. И вот последнее, то, что попало в цвет, мало игры, мало времени на свободную игру и мало возможностей для движения. Но вот смотрите, какие очень важные данные позволило получить исследование. В этом году мы предложили нашим экспертам, а эксперты это подготовленные, специально подготовленные люди, которые прошли специальные обучения, специальные тренинги, мы предложили экспертам вести еще одну статистику. Они собирали данные по тому, сколько человек, детей в группе по списку, сколько детей присутствует на момент исследования и сколько взрослых включено в образовательную деятельность в каждый момент жизни ребенка в детском саду. То есть ведь прогулка, да, есть сборы на прогулку, есть умывание, есть занятия и так далее. А результаты исследований интересны, их надо читать. Я пока озвучу самое главное. Смотрите, суть мы видим на пересечении этих четырех факторов. Предметная среда недостаточно богатая. Раз. Количество детей в группе, о чем сегодня уже говорили, большое. Более того, вот по исследованию, по данным ОНФ, до 45, а по нашим данным до 55 детей бывает в группах по списку. И в 34% случаев при наблюдателе в группе было единовременно более 30 детей. То есть детей на самом деле в группах очень много. И количество взрослых. Во время занятий в 67%, то есть взяли вот это, я специально вынесла в слайд только это время, с 9 до 10-30. Вот в это время почти в 70% случаев с детьми работает один взрослый. Что это вообще означает? Вот если мы сведем эти данные воедино. Так. Означает, что на самом деле педагоги оказываются в такой ситуации, где среды, которая могла бы дать детям занятия, недостаточно, детей много, и педагог один на один с группой. Фактически это и есть рецепт профессионального выгорания. Я прошу заметить, что каждый из этих факторов по отдельности еще не является катастрофическим. Ну, например, в группе может быть много детей, но если среда богатая, то их можно распределить. А еще один фактор – это владение технологиями работы с малыми группами, с парами. Если детей много, но педагог умеет работать с парами и с малыми группами, то и при этом богатая среда, можно как-то решить эту задачу, распределить это. Но когда все четыре фактора сходятся вместе, оказывается, что фактически мы обречены и на низкое качество образования, и на эмоциональное выгорание педагогов. Потому что задача оказывается слишком непосильной. И важно понять, что здесь речь идет не о качестве работы воспитателя. Фактически, когда мы говорим про оценку качества, речь идет об оценке качества образования, которое получает ребенок. А вот от кого зависит это качество образования? Конечно, педагог является тут далеко не единственной фигурой. И отдельная проблема, которая является прямо острой, это то, что мы часто сталкиваемся с имитацией качества как проблемы. То есть мы даже говорим уже правильные слова, что нужна игра, что нужно исследование, что нужна самостоятельность. Я за последние годы
после принятия стандарта не видела людей, которые возражали бы против этого. Но что стоит за этим на самом деле, надо очень внимательно смотреть. Почему? Дело не в том, просто что мы не договорились о словах, а дело в том, что еще идет разговор о ценностях, еще на самом деле обсуждается, насколько действительно детская инициатива нужна или все-таки инициатива наказуема. И дошкольное образование сейчас – это зона активных дискуссий. Вот мне кажется, это сейчас наиболее активное пространство, где идет формирование новых установок. Ведь несколько поколений выросли в убеждении, что инициатива опасна и наказуема. И только сейчас мы начинаем ломать это в себе и начинаем менять это по отношению к детям. И на самом деле вопрос, который сегодня уже задавался, от чего, собственно говоря, многие проблемы возникают? От того, что мы хотим сделать ситуацию, когда особенно детей много, безопасной. Но возможно ли сделать ее безопасной и при этом развивающей? Вот на самом деле это главная такая диалектическая задача. Три шага здесь являются наиболее явными. От управления функционированием к управлению развитием, к освоению технологий и подготовка педагогов на базе лучших практик. Что показало опять то же самое исследование? Что вот эта фраза, когда педагогам развязали руки, у них открылись глаза, одна из цитат с наших семинаров. Что показало исследование? Что на самом деле вот мы говорим, что мы не видим сейчас участие ребенка в своем образовательном процессе, как это предписывает стандарт. Ребенок скорее является вещью, объектом. Его передвигают, его отправляют, его учат, его не спрашивают. Но что парадоксально, что именно в этой ситуации оказывается и педагог. Поэтому, когда задавался вопрос, принимаете ли вы участие в разработке образовательной программы детского сада, многие не понимали, о чем идет речь. Как можно принимать участие в разработке программы? Она же дается кем-то сверху. В этом смысле все, что касается оборудования, предметно-пространственной среды, которую можно завести в своей группе, все это на сегодняшний день во многих случаях делается без участия педагогов. Мы можем сказать, что сами педагоги не всегда или часто не находятся в субъектной позиции. У них очень часто у самих нет права голоса, нет права решать. Но педагоги не смогут создать для детей ситуацию, которой нет у них. Поэтому прежде всего право принимать решения, планировать, оценивать должно быть у педагогов. Тогда есть шанс, что он появится у детей. Если говорить о ресурсах. Конечно, есть огромное количество прекрасных зарубежных технологий. Есть детские сады Монтессори, есть детские сады степ-бай-степ, есть Вальдорф, есть много интересных зарубежных технологий. Есть Реджи Эмилия. Но у нас есть сокровища, знаете, вот есть такое выражение про карликов на плечах гигантов. Вот у нас есть гиганты, мы никак не можем влезть к ним на плечи. У нас есть технологии, это именно технологии, передовое слово в современной мировой науке, которые до сих пор не освоены в нашем образовательном сообществе. Это методики наглядного моделирования, разработанные в лаборатории Леонида Абрамовича Венгера, это методики развития воображения Ольги Михайловны Дьяченко, это методики работы с сообществом, с детским сообществом Евгения Евгеньевича Шулешко, и это игровая педагогика Елены Евгеньевны Кравцовой. Конечно, я назвала не всех, но это наиболее яркие примеры, потому что когда мы начинаем делиться этим богатством на конференциях с нашими зарубежными коллегами, оказывается, что это действительно непревзойденные вершины науки в дошкольном образовании. И подготовка педагогов – одна из болевых точек. Опять же, по данным исследования, оказалось, что 92% педагогов прошли повышение квалификации из ПОВГОС. И из этих 92% 97% довольны качеством повышения квалификации. Вот мне кажется, это очень интересный факт, потому что он много нам говорит о том, как люди оценивают или о том, насколько они доверяют
вот этой ситуации. Поэтому ситуация, в которой повышение квалификации не приводит к повышению качества, является патологической. Поэтому вот фраза Эйнштейна о том, что самая большая глупость делать то же самое и надеяться на другой результат, она во многом относится к нашему повышению квалификации. В завершении процитирую Маргариту Федоровну Головину, широко известную в узких кругах, одного из авторов, создателей площадки детского сада школы Тубельского, которая говорит о том, что нам дается прожить детство еще раз. На самом деле и многие выступавшие сегодня на этой сцене, и мне сегодня приходилось говорить о том, что многие решения должны быть приняты на управленческих уровнях, которые выше, чем уровень конкретной группы. Но это не должно порождать чувство бессилия, потому что живем мы сегодня, дети к нам придут уже 1 сентября. Это означает, что нужно что-то делать, даже если какие-то серьезные управленческие ходы пока запаздывают. Что тут возможно? Что возможно для человека, у которого, как говорят психологи, внутренний локус контроля, который спрашивает себя, ну хорошо, а сейчас что я могу делать? Один из выходов, который доказал свою работоспособность, это работа в сообществе. Просто искать единомышленников, писать им, приезжать к ним, создавать небольшие сообщества или большие сообщества. И на наших глазах, вот буквально, я считаю, что главным результатом 4 лет, прошедших после принятия стандарта, не является то, что мы начали работать по стандарту. Увы, нет, данные исследования говорят о том, что это не так. Но что появляется? Начали появляться сообщества единомышленников. И вот эти сообщества, они на самом деле не такая мелкая вещь, как может кому-то показаться, потому что они позволяют выжить, они позволяют ощутить плечо друга и единомышленника. Поэтому на одних уровнях образования, управления должны приниматься решения по заработной плате, по наполняемости группы и так далее, на уровне конкретной группы, сообщества, поиски единомышленников. Все еще только начинается. Спасибо.